Песочная пирожная корзинка. Вкусно и просто. Именно такое лакомство научились готовить воспитанники детского дома номер 3. Кулинарный урок в рамках проекта «Поколение ВКонтакте» провели опытные повара-ветераны. Вместе с юными кулинарами к плите стола Екатерина Олейникова. Девочки, сегодня мы с вами начнем занятие с пирожного лакомка. Оно очень вкусное, с творогом, песочное, с фруктами. Вот видите его на картинке? На картинке пирожное выглядит безумно вкусно, поэтому девчонки из детского дома номер 3, которые пришли на занятия по поварскому искусству, с большим энтузиазмом приступили к его созданию. Сначала замесили тесто. Тесто замешиваем на столе, чтобы его не затянуть. В процессе готовки и общение наладилось, а это самое важное. Ведь встреча девушек из детского дома номер 3 и ветеранов произошла не просто так. Все они – участники проекта молодежного центра «Горком-35. Поколение ВКонтакте», цель которого – наладить связь между представителями ветеранских организаций города и ребятами из детских домов. Воспитатели детского дома уверены, такие встречи важны и полезны. Такие встречи нам просто необходимы, потому что ребята встречаются со старшим поколением. Это настолько теплые встречи. Они учат и добру. У нас даже бывает очень мало опыта, как бы общения с родными бабушками. За разговорами и не заметили, как испеклась основа будущего пирожного. А это значит, что пора приступать к изготовлению начинки. Мы берем начинку для этих корзинок. Творог, сахар, крахмал, яйца и молоко. И потом вот этой начинкой мы заполним корзинки. Кулинарным опытом с молодым поколением делятся старшие товарищи. По словам руководителя кружка «Сластена» культурно-досугового центра «Забота», ей очень нравится работать с детьми и передавать им свои знания. Я очень люблю работать с детьми. И поэтому мне очень нравится и очень мне приятно, что они пришли. Я рада была душу выложить, что придут ко мне дети и хоть чего-то попробуют своими руками сделать. На кулинарном уроке побывали девчонки 15-16 лет. Многие из них уже имеют опыт в поварском деле. Так, 15-летняя Катя умеет готовить суп и несложные вторые блюда. Этому их учат в детском доме. Но занятие с ветеранами прошло гораздо интереснее, чем обычный урок кулинарии. Они интересные, очень умные, много рассказывают нового и много узнаешь для себя. Всего через час дружной работы участники встречи ставили на красиво украшенный стол вкуснейшие пирожные. Теперь можно и чаю попить, и впечатлениями поделиться. Между тем, это занятие далеко не последнее. В рамках социально важного проекта «Поколение ВКонтакте» ветераны и воспитанники детских домов постоянно и активно общаются, ходят на экскурсии, смотрят полезные фильмы, организовывают друг для друга мастер-классы. Ведь это так важно, чтобы все поколения всегда оставались ВКонтакте. Екатерина Олейникова, Антон Лукьянов, Вологда, Портал.